Камала Харрис во время встречи в Польше взахлеб рассмеялась после того, как ее спросили, примут ли США украинских беженцев. Is the United States willing to make a specific allocation for Ukrainian refugees? Okay. A friend in need is a friend indeed. Okay, Okay, so this time. Я представляю, как беженцы почувствовали после вот этого. Это, конечно, жесть.